До зимы всего полтора месяца, но для некоторых теплая одежда – непозволительная роскошь. Например, для тех, кто бежал из своей страны, спасаясь от войн или бедствий. В Красноармейском центре беженцев и вынужденных переселенцев сейчас живут 68 человек. Эти люди приехали в Россию в буквальном смысле в одних штанах. Именно для них месяц назад женская общественная организация «Родник» объявила сбор теплых вещей. Люди более активно реагируют на акцию, приносят с каждым разом все больше и больше вещей. Это радует, приносит в хорошем состоянии, в поглаженном, постиранном. Это тоже очень радует, большая благодарность. Саратовцы оказались людьми неравнодушными. Весь месяц они несли свитера и пуховики, теплое одеяло и зимнюю обувь. Набралось 20 мешков, которые активисты и привезли в Красноармейский центр. Для его обитателей это стало поистине королевским подарком. Спасибо, да? Тебе? О том, что этим людям нужна теплая одежда, активистки узнали во время своей предыдущей акции «Добрый портфель». В конце лета они помогали собрать в школу детей, проживающих в этом центре. Так что это далеко не первое доброе дело, сделанное для беженцев. Пусть Всевышний Аллах примет ваши деяния. Вот, и пожелаю вам всем крепкого здоровья. От нашего руководства также передайте большой салам вашему руководству. Обязательно. Вот, и еще раз скажу большое спасибо не только от себя, но и от всех жителей нашего центра. Духовное управление мусульман Саратовской области уже давно поддерживает Красноармейский центр беженцев. Активистки родника собирают одежду и предметы быта для взрослых и устраивают праздничные концерты для малышей. Ведь если каждый сделает хотя бы одно доброе дело, мир станет намного лучше. Дорогие зрители, благодарим вас за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.